невообразимые, умопомрачительные, ослепительные, потрясающие, сверкающие, счастливые. Лето все вы, наши любимые женщины. Я хочу в первую очередь пожелать здоровья вам и вашим близким. Ну а кроме этого, конечно, заботы и внимания ваших мужчин. И не только в день 8 марта, но и каждый день в году. Вы этого заслуживаете. Вы знаете... Русские матери. Он красивый с высоты, счастье это мы.